информации. Взаимодействие государственных органов при выявлении факта несоблюдения гражданами России, которые считаются не имеющими гражданства Украины, обязанности не совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для украинских граждан. Таким образом, упомянутые граждане не смогут совершать действия, которые разрешаются по правам, предусмотренным для граждан Украины. Указ вступил в силу со дня его подписания. Воспользовавшись сервисом самопроверки «Электронные инспекторы» и устранив выявленные системой нарушения, работодатели оградили себя от штрафов на сумму свыше 22 миллиардов рублей. Сервис является одним из самых популярных использований. При проверке представители организации заполняют интеллектуальные проверочные листы, которые изменяют последовательность контрольных вопросов в зависимости от предоставляемых ответов. Доступно более 280 тематических проверочных листов, охватывающих все правоотношения, регулируемые трудовым законодательством, в том числе вопросы охраны труда. Жители новых регионов могут воспользоваться всем функционалом онлайн-инспекция.рф. Погода. По данным гидрометцентра МЧС Байконур, сегодня в Байконуре переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, 12-14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 35, плюс 37 градусов. Атмосферное давление выше нормы. Важная информация. Услуги, которые уже доступны жителям республики на портале госуслуги. Единое пособие на детей и для взрослых. Сертификат на материнский, семейный капитал. Ежемесячная выплата при рождении или усыновлении первого ребенка. Оформление полиса обязательного медицинского страхования и другие. Как получить подтвержденную запись на портале онлайн? Если у вас есть банковская карта ПСБ, для подтверждения учетной записи на госуслугах даже не нужно выходить из дома. Зайдите в приложение ПСБ и нажмите «Зарегистрироваться на госуслугах». Введитесь НИЛС. Придет код подтверждения. Затем поступит СМС с паролем от госуслуг. Зайдите на портал по номеру телефона и введите пароль, который прислали вам ранее. Установите новый пароль. Появится запрос на подтверждение предоставления доступа инстанциям. Ожидайте, пока проверят документы. Подтвержденная учетная запись с номером телефона готова. Авторитетно, достоверно, оперативно. Радио «Республика». Первое информационное.